Добрый день, уважаемые жители Матвеева Курганского района. 1 октября проводится всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Дню сердца. Организована эта акция общественной организацией «Лига здоровья нации». И целью является приобщение населения к ведению здорового образа жизни, к увеличению физической активности населения, к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и к научению населения простым методам оздоровления своего организма. Уже стала добрая традиция в нашем районе проводить пешеходные марафоны в поддержку всероссийской акции. В этом году мы будем организовывать пешеходный марафон уже в четвертый раз. Организован будет он районной администрацией при поддержке учреждения здравоохранения, отдела культуры, отдела образования, наших ребят-волонтеров и кадетов казачьей детско-молодежной организации «Донцы». Возраст участников абсолютно разный, начиная от младшего школьного до людей старшего возраста. Каждый раз мы стараемся разнообразить наши маршруты и включить какую-то историческую составляющую, чтобы совместить физическую нагрузку с экскурсионной. Поэтому приглашаем, если кому-то это интересная информация, кто любит здоровый образ жизни, кто хотел бы начать воскресное утро с физической нагрузки и прекрасного настроения, приглашаем всех принять участие в пешеходном марафоне 1 октября. Сбор в 9:30 на площади поселка Матвеев-Курган возле районного дома культуры. Перед началом марафона вы можете получить консультацию медицинского сотрудника о правильном питании, измерить артериальное давление, сделать зарядку с тренером-преподавателем спортивной школы. Ну и, конечно же, насладиться прекрасной осенней погодой, прекрасной компанией и узнать что-то новое о своем родном поселке. Ждем всех желающих. Свои вопросы оставляйте под этим видео. Спасибо всем за внимание.